Пойдем со мной. Хорошо. Я с тобой. Ты проклятый! Просто смирись с этим. Я сейчас тебя... Проваливай! Уходи с глаз долой! Однако ты храбр, раз дерзаешь снова появиться здесь. По-другому не получалось. Мне нужен был корабль. Если бы я прислушался к Алькасару, ты бы провел оставшуюся часть своей жизни в темной дыре. Но? Но без корабля мои люди приобрели новую мотивацию. Только теперь они понимают серьезность своего положения. Назад дороги нет. Здесь наша новая родина. Ну, тогда я даже заслужил награду. Осторожно, не заигрывайся. Все ясно. Да, все ясно. Ты кто? Оставь меня в покое! Я буду кричать! Ну, я бы постучал, но я не ожидал встретить женщину в гарнизоне. Я покорнейше прошу прощения за свое беспардонное вторжение. Ну что ты? А, где же мои манеры? Я же не представилась. Меня зовут Изабелла Долорес де Лас Флорентино, дочь коменданта. Рад знакомству. Как вам здесь нравится? Очень. Дикая растительность, экзотические фрукты, звери. Мы открываем для себя чужую землю. Даже если причина для этого – война в нашей собственной. А чем ты тут занимаешься? Моя страсть – мода. Я изучаю историю одежды. У меня есть видение. Новый фасон для благородных дам. Звериная тема. Это будет сенсация. Пятна леопарда, шкуры, рога, перья. Да, это не какие-то дикарские наряды. Высокий класс, но дикий дух. Именно. Ты понимаешь, что это золотое дно. Но тут нужно правильное снаряжение. Охотничьи трофеи – ценная вещь. Ага, но ведь шкуру еще надо как-то снять. О, у меня есть и охотничий нож, и скорняжные ножницы. Скажи, а ты еще долго у нас в городе будешь? А что, тебе нужна помощь? Ты такой милашка! Ну, раз уж ты об этом заговорил, может, ты сможешь добыть мне материалы для моих задумок? Какие вам необходимы трофеи? Ну, было бы здорово получить шкуру ягуара. Я дам тебе охотничий нож, чтобы ты мог ее снять. Кроме того, мне нужны пара зубов и бивень. Для этого тебе понадобится челюстной резец. А если ты сможешь раздобыть перо огненной птицы, будет совсем здорово. Как достать перо, тебе смогут показать аборигены. Ну, что, поможешь мне? Сделаю все, что смогу. Спасибо. Вот, держи нож. Может быть, я сошью тебе что-нибудь в награду. Это того стоило.
Эй, пират, это ты связался с вороном и его командой? Так точно. Совсем неплохо для пирата. Больше тут взять нечего. Я помогу тебе. Вместе мы справимся. Ну, наконец-то. Эй, ты! Гляди-ка! Да ты же тот парень, который завалил ворона! И что? Молодец! Вот это было больно. Ну же, вставай. Чего тебе вообще тут надо? Я принес трофеи. Дай-ка посмотреть. Мощный бивень.
Ну-ну, не преувеличивай. Думаю, из него можно сделать серьгу. Несколько клыков. А хищников не было? То есть, спасибо. Шкура ягуара. Ах, какая роскошная! Только немного блохастая. Я тебе очень благодарна. Перо. О, какое красивое! И оно еще в крови. Как ярко! Спасибо! Этого достаточно, чтобы заняться весенней коллекцией. Ты заслужил дополнительную награду. Это было удовольствие для меня.